Даже после обновления новой операционной системы iOS 9 компании Apple идеально не назовешь. Дело в том, что в телефоне есть одна функция, которая только кажется полезной. На самом деле она достаточно вредна. Желательно, чтобы вы сразу ее отключили, особенно если у вас не безлимитный мобильный интернет. В противном случае вы получите огромные счета от своего оператора. Речь идет о функции Wi-Fi Assist. Помощь Wi-Fi, которая включена по умолчанию на iPhone 6, 6s, 5, 5s. Она предназначена для автоматического переключения на 3G или 4G. Если iPhone считает, что скорость интернета через Wi-Fi его не устраивает, например, если вы находитесь в людном кафе или даже у себя в офисе, к сети подключено несколько пользователей, скорость Wi-Fi сразу понижается. При медленном интернете iPhone автоматически перейдет на 3G или на 4G. В итоге при обычном, а не безлимитном тарифном плане, денежки на счету будут быстрее сгорать. Все, что необходимо сейчас, это следовать инструкции. Просто отключи ненужную функцию, и проблем с мобильным интернетом как и не бывало. Как это сделать? Сначала необходимо открыть настройки. Потом выберите сотовую связь. Найдите функцию «Помощь с Wi-Fi» и отключите ее. Напомню вам, вы отключаете функцию, которая автоматически использует сотовые данные, если подключение Wi-Fi работает плохо. Поделитесь этим видео с друзьями, что позволит им и вам сэкономить деньги для более полезных целей. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если видео было полезным.